часов пополудни на гранитном постаменте у подножья памятника вождю мирового пролетариата на центральной площади города совершенно несанкционировано, но тихо и безобидно митинговали, потрясая акварельно написанными и размытыми дождем лозунгами, молодые люди, в один голос называющие себя неформалами, но расходящиеся в частностях. По словам одних, они панки, по утверждению других хиппи, по версии третьих гранжи. Но единогласно неформалы, которым не хватает свободы и не дают покоя гопники, родители. Гопники бьют, не дают пройти по улице, а родители на эту самую улицу не пускают. Чтобы нас все увидели, чтобы поняли, что нам нужна свобода. А мы все хорошие. Мы никого не трогаем, а к нам подходят гопники, начинают прикапываться, что вы такие плохие неформалы, потому что вы не такие, как мы, потому что вы не носите нашу одежду. Вообще, начинают прикапываться просто. Могут даже побить сильно. Молодежь сегодня всеми силами старалась соответствовать неформальному настрою. Умывались водой из лужи, что-то кричали, мычали, сопели. Стенка, говорят, нам нужна, чтобы свои неформальные надписи писать. Нам нужна стена, чтобы все писали спокойно, всякие гопники к нам не лезли и не гоняли нас по всему городу.